приехали в этот аппарат, была загрузка сегодня. Да, будем пробовать. Так, захват слабый, да? Да, давай, бегемотика. Ой, ну да. Так, тут два дракона у стекла. Так, ну нормально, посмотри. Да, давай. Так, давай, давай, давай. Во, да, давай его протянем. Угу. Да, давай. Так. Так. Он берет две игрушки, да? Да, там просто такая ямка, дочь. Что делать? О, отлично. Есть еще? Нету. Так, еще четыре попытки, да. Будем про... А, грузится? Так. Ну, значит, обзор. Котик с глазками внизу. Дракончик тут, но его не будет. Можно будет попробовать дотянуться, да, дочь? Что, висит карта? Ой, как жалко, карта висит. Паузу, значит, ставлю. Так, все, попытки прошли, долго ждали. Так, смотри, как. Не, ну главное, чтобы мы попали. Вот сейчас так, угу, плохо так вообще. Вот я про что говорила. Так, о, ближе. Теперь нужно его взять. Так, ну там покрути, может, клешню туда. Да, 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 во. Так, теперь не торопись. Ага, от этого миньона. Ой, не знаю, дочь. Может, с краешку там взять его? Да, да, да. Да. Ну, чтобы он взял. Давай. Хватай, хватай. Ну, не берет. Ну, что такое? Крути клешню, чтобы та клешня в центр попала. Да, вот. Вот та клешня, веди туда. Да, да, да. Да, да. Хватай. Сильная попытка была, дочь. Очень, очень, очень рада. Но он на улице. Так, давай, у меня памяти мало. Я паузу поставлю. Так, вот мы развязали его. Играем дальше. Я забираю его. Давай, бери. Кого ты будешь брать? Давай, тебе. Ну, попади четко, чтобы он взял его. Ага, в центр, да. Взял? Взял, молодец. Молодец. И еще миньон. Так, еще взяли 4 попытки. Ты хочешь эту мелкую? Я хочу, чтобы ты дотянулась до этого дракончика. Поверни клешню, чтобы она ему сюда за шею пошла. Так, веди на него. Туда, в конец. Да, в самый конец. Чтобы она... И чтобы она сюда чуть-чуть на тело повернулась. Вот так клешня. Вот эта клешня. Чтобы сюда повернулась. Она начнет туда разворачиваться и зацепит его. Крути. Да, да, во, во. Теперь веди на край. На самый край клешню веди. Туда, туда. Во. И чуть-чуть ко мне, чтобы она его за шею подцепила. Не поняла? Ну, поверни вот эту одну клешню на меня поверни. Веди сюда. Так, без камеры 2 попытки ушло. Подцепили за шею. Да, дочь, чтобы не соскочила, да. Да-да-да, давай, давай его туда, к лунке. Во, во, я про что и говорю. Все? Ага. Так, прошли 4 попытки, пробуем дракончика. Главное, да, его взять, чтобы он туда его протащил. Ага. Угу. Так. Да, хватай его. Ну да, наводи, чтобы он его взял. Да-да-да-да-да, давай его туда. Так. Хватай. Есть, наконец-то. Я волновалась, что сейчас куда-то его посадят. Вот, еще. Вот и дракон. Такой дракон. Все, у нас еще одна попытка. Ну все, смотри, кого. Тот закопан. Не знаю, утенка он может не взять. Смотри сама, еще одна попытка. Ну, наводи, ты хочешь пингвина? Этого, да? Ай, дочь. Уже навела так неудачно. Так, вот у нас дракон. И сейчас этих достанем. Так, решили рискнуть. Откинуть вот этого. Да, дочь?
Только его хорошенько попади, чтобы он его хотя бы взял. Да. Решили рискнуть. Да. Ой, а он наоборот туда. Давай его сейчас за голову. Он его чисто за голову. Да. Только клешню поправь, чтобы он взял за голову. Угу. Угу. Как-то ты так клешню навела. Давай. Просто его, если скинуть, там есть миньон. И этот есть. Все, сидит. Мы зажали. Давай вот этого возьмем. Этот дракончик хорошо там сидит? Или попадем? А он за что его на себя, если возьмет? Еще? Хватай. Вот. Я просто про лунку говорю. Так. Сейчас его попробовать уже забрать. Раз. Так, смотри, дочь. Нормально? Тут два пингвинчика черных. Вот, иди забирай. Ну, сильно. Да. Сильная была? Так, смотри, вот этого мелкого ты хотела? Или вот этого давай, Гарфилда? Так, миньона вот этого я достану. Давай миньона подскажи мне. К миньону добрать. А куда начнет крутиться? Видишь? Ой, она вообще ушла. Вообще это ушла. Кто серый? Серый? Тут его тоже, походу, этот. Давай эту мелкую возьмем, потому что уже все. Хватай. Видишь что? А мы хотели мелкую. Да, обидно. Так, на этого. На пингвина, дочь. Смотри, чтобы клешня там не уперлась. Все, закопали. Заехали сюда. Специально ехали. Так, вот тут вот эта игрушка. Наверное? За голову бери. За голову. Или ты как хочешь? Так. Ну, посмотри со всех сторон. Возьмем. Может. И вот тут вот очко. Так, ай. Ему надо в шею попадать. Давай, может, кого-то... Да. Ему надо в эту шею попасть там сюда. Ой, сумка. Так. Она сидит очень хорошо, дочь. А за что он возьмет? Иди посмотри с этой стороны. За что он ее возьмет? А? За шею. Ему надо за что-то брать. Давай, может, уточку желтую. Какую? Вот, за тело. Он может, если ты попадешь за тело. Да, за тело уточки он возьмет. Да. Во, видишь? Так. Хорошенько бери чисто за тело. За само тело. Да. Есть. Ты хочешь сказать, что это сильное? Это я сильная. Это протяжка это была. И расстроились, что забрали мне эту игрушку. Вот, это новый гусь. Ой, мне так неудобно. Теперь можно мишку взять, Роза. Давай откопаем все. Все, что рядом. Только попади в розовую мешутку. Да. Да, давай. Вот. Все. Так, что у вас с другой стороны? Угу. Хватай. Ну, чтобы его взял он, да. Нет, дочь, я не знаю. Смотри, да. О, взяла. Да. Все, доставай. Да, потом достанешь. Ну, я потом не люблю доставать. Есть любители достать. Смотри, как ты будешь брать. Как ты решила, так и на воде. Так, за что он его возьмет? Угу, видишь как? Вот тут еще цыпленок вот этот красивый, желтенький. Вот мешутка, розовенький, маленький.
Можно этих, ну, мелких игрушек он везет. Вот это будем пытаться. Его только за голову бери, дочь. Да, за голову, чтобы он взял. Да. За тело он его, да. Он не хочет его брать. Во, отлично. Вот так, отлично. О, теперь как? Его, как его, за голову брать, да, дочь? Как думаешь? Потому что за телом во все упирается, да. Отлично, давай. Видишь, как? Это такой аппарат. Так, нужно взять его за голову. Там ничего не мешает? Бери. В лунку попала? Так. А теперь смотри сама, как. За тело или за голову. Как ты решишь на воде, я не знаю. Клешня особенная тут такая. Давай, держи его. О! Теперь, наверное, там где-то в шею, да, дочь? Хватай, хватай, хватай. Молодец, попала, дочь. Смотри, он обратно посадил. Ну все, я не знаю. Вот там был шанс, когда он на лунке лежал. Я уже сюда перешла. Его, да, за голову надо брать. Он тогда зажмет. За голову, да? Угу. О, отлично, отлично. Так, перевернуть. Точно так же бери его. Шея, да, туда где-то. В шею, чтобы он сомкнулся. Ну, вроде да. Ты его уже так хорошо достала. Так, теперь, давай, дочь, теперь давай думай. За низ туда переворачивать? Или за голову? Решай сама. Можно за низ вот взять, вот за лапки, туда он его бросит или нет? Или брать за голову? Давай сама, давай за голову. Отлично. Молодец. Умничка. Доставай его. Вот у меня прямо жито. Молодец. Вот он. Это с этой коллекции. Сколько у нас там секунд? Есть тут? Да. Вот эта коллекция. Что, давайте ты нанешь. На какого? На вот этого? Давай. Посмотри, дочь. Попадает? Попадает. И выпадает. Да, вот он. Ну, это у него что тут? Свинячек. Еще мишка. И кто еще у нас? Уточка. Уточка, да. Бусик, да. Так, я еще раз пробую. Мне нужно попасть в эту игрушку. Дочь, подскажи, пожалуйста. Так, я попала, скажи. Я попала. Все, это для тебя. Бери. Нет, это он так мелкие берет. Тут настройки поменялись. Вот, а кто это? Такой раненый. Это вообще-то от этого, раненый. От Стича. Это его игрушка. Да? Смотри, дочь, мне нравится Ципа и нравится вот та собачка. Так. Теперь нужно ее попасть сюда. А клешня плохо. А? Ну, раскачки нет, но клешня надо, чтобы она его хотя бы взяла. Видишь, я смазала. Так. Куда она будет сейчас крутиться? Вот. На игрушку надо, чтобы она пришла. Специально эту собачку хотела. Вот так. И уперлась в Стича, да? Все, последняя? Последняя. Так, я ее решила попробовать. И вот эту уточку. Давай, наверное, уточку проще, да, чем ту собачку. Ой, а что это получилось у меня там? Так жалко, что он там так упал. Ну, хватай, попала же. Хватай. Чуть-чуть осталось, дочь. Куда клешня пойдет?
в эту единорожку. Смазала. Ну, вот так и чувствовала. Так и чувствовала, что единорожка помешала. Все. Смотри, что сделала. Это ж надо так промазать. Хватай уже. Есть. Все, доставай, дочка. Так, и осталось эту уточку. Только я уперлась в доктора. Посмотри, что сделала. Уточку не дают. Катаю же ее. Во, выложила. Одна попытка осталась. Представляешь? Мелочи нету. Ой, сползет сейчас. Одна попытка, да? Смотри, оставляй так. Видишь, он за голову, если... Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было сильно, что ли? Все, всех забрали. Все, давай. Ну, жалко, что ты собачка, видишь, не забросила ее. А кто у нас еще? У нас еще кто-то, садись. У меня память нет. Еще мишка. Еще мишка. Тебе надо было большую игрушку посадить. Я подержу. Ой, падает. Падает. Все, держи.